больше ты отдаешь. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты Богу. Вот и смысл жизни. Отвечаю на Бога, знаете, но некоторые люди говорят, что она чистит, некоторые люди ничего по этому поводу не говорят, некоторые с ней умирают. У кого всех свое мнение. Одного я не понимаю. Солдаты все поддаты, это тоже говорят, да. Часто. И не только солдаты. Спасибо. There was a letter, especially from Sons of Iron, from the name of the кто ближе? Что ближе? Подольск, Екатеринбург или Владивосток? Знаете, как по слову апостола, все нужны, все равны. Все разные и все равны. Когда приедете на Камчатку? Нас на Камчатку никто не может пригласить уже 40 лет. Может быть, кто-нибудь все-таки решится? Передайте Камчатке, пожалуйста, что если они подождут еще лет 40, у них практически не будет шансов. Вам нравится, понравилось интервью на «Москва-24». Я не знаю, что это «Москва-24». Город. Нашествие, впечатление. Очень хорошее впечатление от нашествия было в этом году. Знакомы ли творчество Сергея Калугина? Знакомо мало, и оценим чужое творчество я не берусь никогда. Я не достоин оценивать чужое творчество. Очень добрые песни. Где вы черпаете эту доброту? Вы знаете, мы этой добротой все живем. Мы из нее состоим. Все из нас. Просто нужно быть очень свернутым, иметь очень свернутую крышу, чтобы ее в себе не чувствовать. Но даже свернутая крыша – это еще не конец. Крыша может стоять на месте. Так что с добротой у нас у всех все в порядке. Философская школа пошла. Вы всегда так отрешенно спокойны или еще испытываете яркие эмоции? Вот и все. Лучше даже не спрашивать как мне. Это если я так со стороны кажусь, то это хорошо. Как ты меня знаешь, ближе в такое искушение не впадает. Думаю, что я спокойный. Вы могли бы допустить, что ваша песня под аккомпанемент ваших музыкантов исполняла бы другой вокалист? Что значит, мог бы допустить? Я бы сидел, я бы не слушал. А? Урановские бабушки, например. В сопровождении наших? Я думаю, что такое альбом можно сделать. Во сколько вы выехали сегодня из Москвы, чтобы не смотреть? Минуты и полтора. Но вы же знаете, что грамотно мрамор в плеч, а не плечей. Почему? Так написалось, простите. Русский язык мне не указ, к сожалению, потому что он, когда пишет песни, меня не спрашивает. Что означает фраза «желтая луна»? Луна желтого цвета. Это если посмотрите, как она восходит, она обычно такая и есть. Оранжевая даже бывает. Через вашу музыку мы общаемся с Богом. Ну, не только через нашу музыку, надеюсь. Но, в общем, мы ни с кем другим никогда не общаемся. Спасибо. И последнее. Как вы относитесь к российскому шансону и рэпу? Спасибо. Вы знаете, рэп все-таки я предпочитаю негрский, а шансон предпочитаю все-таки французский, простите. Браво!
Спасибо, это вам правда. Спасибо, вам хорошо. В больших городах вот такое спокойное общение не достичь. А рэп, по поводу рэпа, у нас свой, в России свой рэп. Сейчас будет пример.